Готовит себя быть достойным защитником Отечества. Клянусь! Клянусь! Даже прадедушка, дедушка и мой папа, они военные. Вот. И именно поступление в кадетский класс поможет мне с выбором профессии. У меня папа работал в МВД. И, ну, либо в Следственный комитет продолжить это дело, либо как папа в МВД. Мне очень нравится Следственный комитет, то, что там происходит. Я больше хочу быть криминалистом. И из-за этого пошел в Следственный комитет. Ваши знания и отношения к делу будут успехом на пути к достижению намеченной цели.